Вот там какой дискус красивый, два дискуса. А вот какие они вообще красивые дискусы, дорогие рыбки. Да. А вот это что у нас? Это пузырьки пускает, такая штука специальная. Смешной такой. Я вижу, как будто рыбка. Пузырьки. Да. Здорово. А тут кто пузырьки пускает? Черепаха. Здорово. Здесь никто. Шарк. Там шарк. Акула. Шарк. Акула. Да, по-английски шарк. А он у нас в английскую школу ходит. Знает английский. Вот тут дискусы что-то выясняют. Интересно как. Вот это такие морские аквариумы, такие красивые. Очень красивые вот эти всякие кораллы. Красивые. Смотри-ка, какой дракон тут. О, у него такие шипы наверху. Такая рыба. Я думала, у него лапы есть, а у него нету лап. Ну-ка, отойди чуть-чуть. Отойди. Хочу почитать, что за название. Сенегал какой-то, бичир. Привет! Мы сегодня в таком интересном аквариуме. А тут такие рыбки смешные. Вот это вообще, смотри, какая глазастая такая смотрит. Вообще. Если вытащить, она, по-моему, надувается, как шарик. Вон еще одна такая плавает. Вот они такие. Где змея? О, ой, какая, да. Опасная? Да. Да, это, наверное, мурена какая-нибудь. Ой-ой-ой, $400 такая стоит. Она там частично вот в трубе спряталась. И лежит такая интересная рыбина. А он показывает, там акула такая есть. Это одна из разновидностей акул. Вот эта вот палочка такая лежит. Оказывается, это акула такая. Называется Эрпаулетте Шарк. За $160. Вот еще интересная морская рыбка. Вот это Немо. Немо. Это рыбка Дори. Ну, тоже интересная рыбка. Рыбка Дори. Мне вот этот смешной, который там ползает по дну, нравится. Вот там он прыгает. Интересно, он еще прыгнет? Так смешно он прыгал. Ой, такой смешной. Ну, это золотые рыбки. Золотые. Они неприхотливые, но мне не нравится, что они грунт копают очень сильно. Растения повреждают. Вот это тоже хищные рыбки. Пресноводные уже. О, какие интересные. О, Алан заметил, там самолет между аквариумами. Вот два аквариума, и там застрял самолет. Вон там просто застрял. И рыбки вокруг плавают, гупяшки. Что ты там скрываешь? Ну-ка покажи. А, это такой Спанч Боб. Ты хочешь такого взять в аквариум? Вот он такой смешной Спанч Боб. Ага. А кто в аквариуме там? Так, Алан нам не покажет, кто там в аквариуме, да? Или покажет? Не покажет, Алан. Вот тут интересно. О, здесь даже раки есть. Вон какой. Рак интересный. Вот они облюбовали искусственный коралл. И сидят такие смешные. Вот какие. Вот, а эти такие, как у нас сомики, которые по дну ползают и прячутся в коряге. Но у них там детки. Вон, если посмотреть внимательно, там под белой трубой маленькие детки. Один в трубе вон сидит. Вон, под трубой шевелится. Вон там. Вон они какие смешные. И вот там в трубе тоже один замер лежит, такой маленький-маленький детеныш. Ну-ка. Ой, малыш поплыл вот там между трубами, малыши плавают.
Вон на трубе присосался маленький. Кто видит? Кто видит, ставьте лайки. Вон они там копошатся, малыши. Смешной, наверх пополз. На трубе. А вот этот усатый, это папа сидит такой. И только у самцов такие усы бывают. Классно. Вот эти рыбки, они очень веселые, но единственное, что они прячутся всегда в корягах, их очень трудно увидеть. Довольно пугливые. Очень любят кушать улиток, копаться в грунте тоже любят. А вот там маленькие креветочки живут, смотри, какие. Мама, смотри на вон того. А, смешной такой в аквариум. А, ничего себе. Он пытается их напугать. Вот это тоже красивый аквариум морской с неонами с неонами, с кораллами живыми. Просто мы сейчас неончиков будем покупать. О, какие большие тут рыбы. Ой, это же скат! Настоящий живой морской скат. Вот это вот большое, это и есть скат. Он плавает так. И электрическим током ударяет своим хвостом, да? Вот такой интересный. Наверху там вот такая рыбина большая плавает какая-то. Да. Вот это сильвер доллар, по-моему. Они съедают все растения в аквариуме. О, скат шевелится. Классный такой, а? Супер. Интересно, он продается? Хотя, наверное, нет. Он, наверное, для красоты здесь. Ух ты какой! Смотри, он пришел поздороваться. Классный? Да. Вот это супер. Привет, привет. Привет, привет. О, смотри-ка, у него ротик там. Видел там под низом рот? Да. Он подул, в камушки дует. Да. О, как интересно. И глаза у него такие интересные. Скажи-ка. Да. Супер. Вот тоже интересный аквариум. Такие корзины положили просто. Может, там кто-то прячется, может, просто для того, чтобы растения росли лучше в этих корзинах. Спасибо, что заглянули на наш канал. Подписывайтесь, чтобы не потерять контакты, и смотрите наши другие видео. Пока-пока!